Всем привет! Мы уже заглядывали в будущее и смотрели на участников Дома 2 30 лет спустя. А теперь поменяем ребятам пол. Вот как выглядели бы топовые пары Дома 2. Попробуйте угадать, кто на снимках. Мужчина в этой паре страдает от излишка веса, но никак не может привести себя в форму. А девушка хочет заниматься танцами и играть на сцене. Но муж категорически против таких занятий. Ну и правильный ответ – это Саша Черно и Иосиф Оганесян. А в этой паре мужчина в юности зарабатывал неприличным способом, но хотя якобы натеребонькал себе на квартиру и на машину. А девушка хотела стать актрисой, но не хватило способностей или внешних данных. Я думаю, вы угадали, конечно же, это Оля и Дима Дмитренко. Следующая пара – мужчина из Владивостока, а девушка – бывшая сотрудница канала ТНТ. Она скромна, любит детей и горячительные напитки, как ни странно. Правда, буквально на днях этот мужчина заявил, что он свободен, их пары больше не существует. А вот что может объединять этих людей, я вообще не понимаю. Возможно, страсть к медийности и к деньгам. Парень в этой паре амебный. Некоторые говорят, что недалекий. А все мысли этой девушки только о курочке и о качалке. А это два проектных неадеквата – истеричный юный паренек и возрастная деспотичная тетя. Они нашли друг друга и делают шоу. В следующей паре девушка – начинающая ведущая. Она любит скорее себя, нежели мужчин. Вот недавно она изменила избраннику после одной из вечеринок. А про парня даже не знаю, что сказать, какой-то надутый индюк получился. А теперь полюбуемся на идеальную проектную супружескую пару. И последняя парочка – мужчина ведущий, а девушка словно сестра Либерж к Падону. Она просто милашка, пока ее не разозлишь. В общем, очень прикольное приложение для смартфона. На этом все, подписывайтесь, будем сплетничать и шутить.